Сегодня данное мероприятие, которое называется «Путешествие в страну психологии с элементами тренинга», который проводит педагог-психолог Коновалова Инга Янисовна, проходит в рамках этапа «Защита» комплексной профилактической операции «Подросток». Эта операция ежегодная, разделена на 6 этапов, и в данный момент это мероприятие посвящено этапу «Защита». Показать детям, что выход есть всегда и нужно бороться до конца, познать себя или обратиться при помощи психологии, обратиться к специалистам, которые помогут разрешить какой-то внутренний конфликт, покажут выход. Может быть, человек его не видит. Скажите, пожалуйста, почему психология связывается с телом? Тело и психика. Вы красивы, вы молоды, у вас все еще впереди.